Касым Жомарт Токаев также встретился с президентом Черногории Якубом Милатовичем. Глава нашего государства рассказал, что уже в следующем году в Подгорице планируется открытие консульства Казахстана. Это придаст дополнительный импульс развитию деловых связей между двумя странами. Касым Жомарт Токаев добавил, наше государство рассматривает Черногорию как важного партнера в Юго-Восточной Европе. Яков Милатович, со своей стороны, отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества и выразил намерение укреплять связи. В завершении переговоров лидеры двух стран обменялись приглашениями совершить взаимные визиты. Наши страны стали очень близки друг к другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тысяч человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это дает очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжает много туристов из Казахстана.